Послание Отца Абсолюта 3 июля 2023 года. На переднем крае информационной войны. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодняшнее мое послание я хочу адресовать тем из вас, кто находится на переднем крае борьбы с глобалистами. А это на самом деле целая армия людей, готовых пожертвовать многим, включая свою жизнь, ради установления справедливости на вашей многострадальной планете. Кого я отношу к этой категории людей? В первую очередь, конечно, тех, кто отстаивает интересы не только своей страны, но также общечеловеческие ценности и право людей самим распоряжаться своей судьбой. И это очень важно понимать, поскольку в настоящий момент практически все страны мира находятся под пятой глубинного государства и кучки его марионеток, продвигающих программу по порабощению человечества на физическом плане. Наверное, многие из вас заметили, как торопятся они, используя все рычаги власти для запугивания населения и насаждения по всему миру хаоса, паники и страха. Все это идет параллельно со стремительным повышением вибраций Земли и чистых божественных душ. Именно это стало главной угрозой для глобалистов и их ставленников во власти. И в первую очередь потому, что почти все они, не обладая божественной душой, не способны адаптироваться к этим новым высоковибрационным энергиям. Чтобы хоть как-то продлить свое существование, они всеми возможными для них способами пытаются предельно понизить вибрации Земли и людей. Беспорядки, которые разворачиваются сейчас в Европе, как раз и призваны утянуть назад в трехмерный мир ее жителей, которые подвергаются угрозам и насилию со стороны обезумевшей толпы биороботов и клонов, сотни тысяч которых заполонили Европу с подачи глубинного государства. Им была дана четкая команда – поджигать и разрушать все на своем пути, грабить магазины и запугивать население. И население оказалось не готовым к такому разгулу бандитизма. К сожалению, люди, получающие информацию исключительно из официальных источников, даже не могут себе представить масштабы преступлений своих правительств, полностью подконтрольных глубинному государству. Поэтому сейчас самое время усилить борьбу с глобалистами на переднем крае информационной войны, которую те ведут против человечества уже на протяжении нескольких десятилетий. Только так можно остановить разворачивающееся по всему миру безумие, охватившее все области вашей жизни, самым опасным из которых является покушение на здоровье и психику ваших детей. И теперь у вас есть весомые аргументы для тех, кто еще недавно называл любое высказывание против действий правительств, конспирологии или теориями заговора. Как видите, жизнь все расставляет по своим местам, и все тайное становится явным теперь уже для всех, а не только для кучки пробужденных людей. Но и ответственность на вас лежит огромная, поскольку порой сражения на информационном фронте оказываются не менее опасными, чем на реальном поле боя. Пока еще в руках вашего врага сосредоточены все рычаги власти, поэтому победить его можно только растущим с каждым днем числом осознанных людей и сплоченностью всего пробужденного населения Земли. Вспомните известное выражение «знание – сила». И пусть знание истинной картины происходящего придаст силы всем людям, желающим жить свободно и счастливо на новой земле пятого измерения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.